15 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям огласили приговор исполнительному директору интернет-телевидения «Канал 13» журналисту Азизу Оруджеву. Суд признал его вину по статьям «Незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» Уголовного кодекса Азербайджана и приговорили к 6 годам лишения свободы. По словам адвоката Эльчина Садыгова, приговор против Уруджева связан с деятельностью канала 13 и НПО «Центр исследований медиа Кавказа». Интернет-телевидение канал 13 действует с 10 октября 2008 года. Когда он готовит новостные блоки, выпускает программы по вопросам социальной и экономической жизни, прав человека, представляет разные позиции, в том числе взгляды независимых экспертов.